Центральной библиотеке Кировска работает выставка, посвященная жизни и творчеству выдающегося в своей многогранности россиянина Владимира Высоцкого. Бард, поэт, писатель, сказочник, актер и просто замечательный человек. Его недолгая, но яркая жизнь была всегда окутана тайнами. В ней было все – слухи, домыслы, клевета и наряду с этим признание и любовь поклонников. И сегодня, спустя 35 лет после смерти, число поклонников творчества Владимира Высоцкого не убавляется, а даже напротив – растет. Человек жив до тех пор, пока жива о нем память. И удивительно, что до сих пор люди с удовольствием приходят, берут у нас его песни, стихи, слушают пластинки. Глеб Жеглов до сих пор с удовольствием просмотрится фильм «Место встречи изменить нельзя». Специалисты библиотеки постарались представить на выставке все самое интересное и удивительное из жизни Владимира Высоцкого. Экспозиция включает три условных раздела – «Высоцкий актер», «Высоцкий бард» и, конечно же, «Высоцкий личность». В нее вошли фотографии, пластинки, нотный материал, журналы и книги, в том числе написанные его друзьями. Печатные издания можно брать на абонемент для чтения. Почему же его помнят? Я думаю, потому что этот человек был очень искренний. И он ко всему относился, знаете, вот он все делал с сердцем, от всей души. Я думаю, что именно поэтому сейчас это очень ценно в наше время. Поэтому и книги его живы, и мы читаем его стихи, слушаем замечательно, и голос его, и песни его никто не перепел, и голос вот этот с хрипотцой, как бы его не подражали, действительно, он просто уникален. Я думаю, просто потому, что он все делал от души. Посетители ждут в часы работы библиотеки. Выставка продлится до конца августа.